Не слышите? Вы же поете в другой тональности. Да-да. У ушастой сопраны бемоль западает. Класс. То есть пока леди за кулисами, вместо нее по сцене какая-то гага скачет? Так, кто объяснит мне, что здесь происходит? Может быть, ты, Алехандро? Девочки, не ссорьтесь! Ты оборзел, что ли, я не понял, а? Так, Кукушкина, я молчал, когда ты по утрам одевала мои футболки. Но когда ты по вечерам начинаешь одевать мои платья, это уже перебор. Слушай, ты в чем вообще на сцену вышел? Сними, не позорься, ну. Ты так с Валерием Леонтьевым разговаривать будешь? Вы вообще понимаете, что теперь может произойти? Летний кубок выиграют абхазы и осетины. А мы что, с кавказцами играем? Да. Так, я переодеваться, а вы поете. Только хорошо, давайте. Вот теперь можно перейти к основной цели нашего приезда, к зарабатыванию денег. Потому что КВН КВНом, а я уже мужчина взрослый, мне уже пора главой какого-нибудь муниципального района манипулировать. У меня, кстати, знакомый мэр, он здесь, в Сочи, летом таксистом подрабатывает. Да ладно? Да, говорит, по деньгам то же самое получается, что и в его городе. То же самое, полторушку хозяину отдает, остальное себе, представляете? А вы как-то зарабатываете, ребят, Кукушкина? Вот ты зарабатываешь? Зарабатываю, но я еще люблю этого человека. Я так и думал. Дим, а давай жюри на банане прокатим. Они же нас в 1/4 на банане прокатили. Вот еще одна такая фраза. Я вас выдеру, как Сидорову, Катю. Они понимают, о чем я говорю. Так, давайте перейдем от слов к делу. Юдин. Вольному воля. Давай. Эта песня посвящается нашим дорогим женщинам. Ты всегда со мною рядом, ничего тебе не надо, лишь бы был всегда с тобою я. Я с тобою засыпаю, и с тобой же просыпаюсь, и всю жизнь с тобою тоже я. Без тебя, без тебя, я наконец-то ехал в Сочи без тебя. От заката до рассвета без тебя. Здесь так прекрасна жизнь, любимая моя. Как прекрасна жизнь, когда я без тебя. Милицию переименовывают в полицию. Мы еще не знаем, как это будет, но представляем себе это именно так. Равняйся, смирно. Поздравляю, вы с сегодняшнего дня полицейские.
Юрич, то есть сэр. Сэр. А к чему вся эта канитель? Так, что за претензии, я не понял. У меня есть претензия. Мне дед сказал, если я полицаем стану, он меня из трофейного шмайсера пристрелит. Ты это, хватит нюни распускать. Ты шериф Адлера или кто ты? Шериф. Вот. Дим, то есть, сэр, а что у нас форма какая клоунская? Господи, до этого как будто была прям икона стиля, я не знаю. Ребята, с сегодняшнего дня все будет совершенно по-другому. И если что-то не так, вот тут же значок на стол, понятно? Чего? Из комсомола выгоняли кого? Да. Вот объясните им, что это значит. Значит, друг друга называть только напарник. Чё? Бальными танцами занимался кто? Да. Объясните им, что это значит. Запоминаем, значит. Обращение к младшему по званию только сынок. Значит, когда на место преступления выезжает детектив... Кто? Опер. А, вот, да. Значит, когда выезжает детектив, обязательно должен идти дождь и играть саксофон. Это обязательно. Вот. Значит, по приезду тут же надо говорить фразу «Я слишком стар для всего этого дерьма». Понятно? Вот так. Самое главное, людей бить нельзя. Если на вас идет прохожий и замахивается... Повторяем за мной. Значит, шаг влево. Одумайтесь. Поворот головой. Что вы делаете? Выстрел. Вот так. Сэр, а если остановили пьяного водителя? Тут очень просто все. Опускаешь стекло, говоришь, шеф, я сам из органов. Нет, если я остановил пьяного. А. Ну тут еще все проще. Я тоже хочу служить в полиции. Муж бьет. Да. Встать в строй. Значит, ребята, поначалу работы будет мало. Это почему? Потому что пока уголовников в гангстеров переименуют, еще столько времени пройдет, я вам говорю. В Сочи существует такая традиция. Чем лучше хочешь жить зимой, тем больше нужно работать летом. Итак, представьте, лето, столовая номер 13. Где его носят, а? Я не знаю. Денег нет, они за руль садятся. Милиция разберет. Да, сейчас. Так, давайте по-быстрому, что у вас там? Так. Штрудель, 85 рублей. Это я вас хочу спросить, это что, штрудель? Наш повар институтов не заканчивал. Он как представляет себе штрудель, так его и готовит. А что-то еще из сладкого есть? Картошка мерзлая. Ну что вы торгуетесь, вы не в ГАИ. Так, компот, 20 рублей. Да, но я так долго стоял в очереди, что он меня забродил. Хорошо. Изабелла, с вас 95. Скажите, у вас есть туалет? 15 рублей. Ага, пожалуйста. Туалета у нас нет. Да безобразие какое-то. Иди отсюда. Так, ты, зараза, опять пришел, а? Ты когда из нашего города уедешь уже, а? Юрич, последний раз два пирожка взаймы. Иди отсюда, я тебе сказал. Можно мне с собой завернуть? Вам куда ехать? Да в Мацесту. 600 рублей, поехали. А у вас какая машина? У меня катер с бананом. Сейчас еще 6 человек подберем, мухой дамчу. Yeah!
Ну, а в конце хотелось бы сказать серьезно. Дим, а тебе это зачем? Илья, понимаешь, сейчас в Сочи все серьезные люди вот так выглядят. О, нормально. Друзья, раз уж мы на юге, хотелось закончить тостом. Высоко-высоко на голове Филиппа Киркорова. Дима! Все, я понял. Высоко-высоко на Красной Поляне один бульдозерист после работы забыл заглушить свой бульдозер. И утром ему за это ничего не было. Потому что пока он спал, все слышали, что подготовка к Олимпиаде идет полным ходом. Thank you.